Так, здравствуйте, зрители моего канала. Вот вечернее кормление. Решил показать, сколько они у меня куража хомячат. Так, это у меня 9-литровое ведро. Где тут? Да, 9 литров. Видно? Видно, не видно. В общем, одно ведро на двоих. 3 раза в день. Коровы уже сами приходят. Так. 3 пополам, плюс-минус, кому больше, кому меньше иногда. А эти 2 покрупнее у меня, им я ведро трамбую и еще с горкой накладываю. И все это дело они у меня жирают. Снимаю, что? Упало ведро. Так, здесь у меня... Куда поставить-то? Вот сюда поставлю. Чай не уронит. Здесь у меня 10 голов. Им даю чуть больше 3 ведер за раз. Ну, каждому по ведру в день выходит. Вон новый теленок у меня, бычок. Вон тот вдали. Годовалый. Купил я его за 38 тысяч. Тут соседи продавали. В объеме он был 155, может 154, дергался, когда мерил, ну, ближе к 300 килограмм, короче, плюс-минус. Напоить я их уже напоил, уличные, шланг включил, и все. Сено потом попозже там как съедят. Вот и все кормление. Ну тут еще у меня навалом сегодня посчитал. 22 тюка круглых осталось, 140-х. Так что мне на пару месяцев должно хватить на 20 голов. Коровы сено вообще не кушают, я им вечером даю. Ну, как 2 дня назад давал, так и они уж швыряют друг другу и все. Наедаются травой, наверное. Фураж вот эти 2 вообще не едят. А которые доятся, ведро сжирает за раз. Вот это 9-литровое. Ну и все, наверное. Всего хорошего.